Андрюша! Вот этот судья? Говнюк. Че, ты бегать не можешь? Зашибись. Чебурек мне не катится на поле. Ты что, перед игрой ешь, как бегемот? Че, чебурек нет? Он съел, пончик он съел, все он съел, а ты как бегать собираешься? А ты ему и пончик? Может, тебе в туалет сходить? Покакать надо сходить. Минус какашка, минус проблема. Деньги надо заплатить. Да. Я не располагаю такими средствами. Я сказала ему сосиску эту не покупать. Он говорит, а я потом ли чебурек ел. И оказывается, еще пончик. Спортивная еда. Зобнин, Тим! Ринус! Название команды звучит, как будто таблетки от кашля. Ринус! Апчи! Куда? Александр! Может, они на допинге? Вот этот судья, конечно, вообще, да, он такой стрёмный. Предлагаешь его дождаться? Колеса ему проколоть? Может, он на электричке? На самокате? Приложение удалил. Сынок, сынок, беги! А чё не свистишь, а? Вот, чебурек бы съел, 100 пудов лишним бы забил. Твоя сосиска.